День добрый! Вашему вниманию предлагается новый браслет из резинок Dream Catcher. Он состоит из двух колец или дисков, соединенных тремя цепочками. Начинаем надевать резинки на станок, прорези в штырьках от себя. Важно точно повторять порядок, в котором надевать резинки. Из голубых резинок делаем первый шестигранник. Теперь центральную цепочку. Количество резинок зависит от того, какого размера вы хотите сделать браслет. Мы использовали 7 оранжевых резинок, но можно на одну меньше, если хотите, чтобы кольца были ближе друг к другу. Делаем второй шестигранник. Следите за последовательностью. Теперь соединяем шестигранники еще двумя цепочками из зеленых резинок, по 8 штук с каждой стороны. Само собой, цвета по желанию или в зависимости от наличия резинок. Настала очередь заполнять шестигранники резинками, которые одним концом надевают на центральный колышек, а другим в один из углов шестигранника. То же самое проделываем со вторым шестигранником. На центральные колышки шестигранников добавляем по одной резинке, которые перекручиваем восьмеркой. Переворачиваем станок. Добавляем еще одну перекрученную резинку и с этой резинки начинаем плести крючком. Цепляем петельки и переносим так, чтобы на одном штырьке оказались две петельки одной и той же резинки. Опять же, внимательно следите и повторяйте точно последовательность действий, показанную на видео.
После центральных резинок ближнего шестигранника принимаемся плести боковые цепочки. Среднюю цепочку пока не делаем. Сначала нужно пройтись по краю шестигранника. Только потом плетем центральную оранжевую цепочку. Старайтесь точно следовать последовательности плетения и правильно чередовать правые и левые резинки. Завершили центральные резинки? Теперь ободок. Просовываем крючок в резинку и снимаем браслет со станка. Можно расправить колечки, бывшие шестигранники, просунув крючок или карандаш в центр. Ну что ж, пора плести удлинитель. Это самая легкая часть браслета. Количество резинок зависит от размера руки.
Теперь скрепляем застежкой и соединяем два конца браслета. Сделано! На нашем канале можно посмотреть, как сделать настоящий дримкетчер, ловушку для снов, амулет американских индейцев, а также много других интересных видео на разные темы. Удачи!